самые необычные ралли-чемпионаты. Здесь вы будете ездить по гравию, грязи и бетону. Как под дождем, так и в туман. Короче, все это характерно для погоды на Британских островах. Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер. Мы продолжаем проходить Колин Макрей Ралли 2.0 для первой PlayStation. Ну и у нас на очереди последняя ралли сезона, заключительный этап, развязка. Эпик просто. Борьба за титул на последнем этапе. Все обещает быть очень интересным. Ну, на прошлом этапе мы Италию, конечно, очень с большим трудом все-таки проехали. Удалось финишировать вторым. Но, тем не менее, остались очень неплохие шансы на титул. Италия была ночным кошмаром. Великобритания, я говорил, будет попроще, но это тоже, конечно, не подарок. Так что приступим. Перед записью я тоже покатал ее. Два раза, в общем, я по ней проехал. Ни разу мне не удалось попасть в шестерку. Но последний раз я финишировал седьмым. Ну и вроде как подобрал настройки к ней. Очень сложные погодные условия. То грязь, то гравий, дождь, ливень. Сложные, очень сложные погодные условия. Наверное, самые сложные из всех, что были. Поэтому было настройки достаточно непросто подобрать. Так, сейчас вот посмотрим, что у нас тут. Вот видите, первый этап. Грязь. Ну и там по 80%. Есть асфальт, но, конечно, надо ориентироваться на грязь. И ставить покрышки грязевые. Ну и, собственно говоря, еще и дождь. Видите, там weather forecast. Ну, прогноз погоды начнется на первом этапе и на втором продолжится. Так что покрышки выбираем грязевые, да еще и для мокрой, дождливой погоды. Как-то так. Коробку передач я все-таки поначалу пытался ее сделать чуть-чуть покороче, но пришел к выводу, что лучше все-таки оставить среднюю, не трогать, в общем, ее. Ну, потому что есть участки, где она, если вот так поставить, то упекается в свои возможности, и все, и дальше машина не разгоняется. Вот, подвеска. Подвеска, так как у нас покрытие очень неровная, да плюс еще грязь, машина будет зарываться, надо поднять. Но тоже экспериментировал с разной высотой, естественно, задирал в любом случае ее. Если совсем сильно задрать ее, то начинаются, ну, какие-то у нее непредсказуемые такие явления. Сложно ее очень как-то держать становится на трассе. Ну вот где-то среднее такое положение. В мягкую сторону, так сказать, выбираем. То есть достаточно высоко она у нас будет. Если в Италии, вы помните, мы ее фактически опускали полностью, то здесь обратная ситуация. Так, ну это у нас приоритет в мощности, на какую ось будет передаваться. Я немножко вперед смещаю, чтобы немножко перед больше тащил. Ну, так как, опять же, почти все трассы грязевые, передок будет у нас вытягивать. В принципе, проблем с заносом и так не будет никаких. Но передок будет немножко стабилизировать на выходе из поворотов. Дальше у нас тормоза. Ну, тоже немножко, слегка, буквально, вперед сместить. В принципе, достаточно. Сила тормозов, вот силу я здесь даже уменьшил. Потому
потому что очень скользкое, грязное покрытие. Если тормоза сделать слишком сильными, ну, в эту сторону сместить, то колеса будут практически сразу же блокироваться, и это плохо на торможениях скажется. Вот, поэтому немножечко я уменьшу. Сильно тоже уменьшать не стоит, потому что она тогда вообще тормозить не будет и просто мимо поворотов будет проезжать. Так, слегонца. Ну и в управлении тоже чуть-чуть на управляемость. Она и так, в принципе, у нас за счет того, что поднята хорошо, высока подвеска, управляться будет неплохо. Если сместить слишком сильно высокую управляемость, то она опять же станет очень нестабильной, появится сильная избыточная поворачиваемость, она будет просто плавать у нас. Ну, сюда, в эту сторону, на уменьшение тоже, ну, как-то мне не нравится. С замедлением она как-то есть, поэтому чуть-чуть надо все-таки улучшить. Я решил немножко больше времени потратить и объяснить по каждому конкретному пункту вам, потому что были такие пожелания среди комментариев, среди подписчиков, чтобы я чуть подробнее объяснял о настройках. Ну и вообще, как бы, было желание, точнее, предложение снять мне видос вообще по настройке машин в целом. Не знаю, я пока думаю насчет, на этот счет. В принципе, ничего в этом страшного или особо сложного нету. Если что, пишите в комментариях, интересно это вам или нет. Потому что я, в принципе, профессионалом каким-то супер-пупер не являюсь. Ну так, какие-то общие понятия можно было бы объяснить просто. Если это вам нужно, то можно и будет и заснять такой видосик. Ну вот, так что тем, кто не любит долгих предисловий и вступлений, у тех прошу прощения, но это легко исправить, промотав немножко видео, поэтому вот, ничего страшного. А тем, кому нравится вот копошиться в настройках, те, ну не знаю, немножечко пооргазмировали. Ну что же, стартуем. Великобритания, последний этап, бой за титул. Бака против Скубера. Родина Макрея. Будем надеяться, что он опередит Баку. Да, напоминаю, что у нас в чемпионате отрыв составляет 8 очков. Ну и, в принципе, нам достаточно финишировать на 4-м месте. Там тогда даже при победе Баки будет равенство очков. Ну, естественно, ни на какое 4-е место я равняться не буду. Будем стараться заработать максимальное место. А, блин. Понасадили мы деревьев. Вот. Но, в принципе, это родина Макрея, и думаю, что он здесь будет самый сильный. Вот. В тренировочных моих заездах, когда я принимал участие, в общем, Макрей был всегда впереди, причем впереди был очень намного, он здесь, ну такой, как босс прямо едет. Ух ты, вот это прыжок, видали, какой красивый. Ну и в общем, всем остальным тут можно, наверное, только на второе место ехать, потому что Макрей тут действительно, я думаю, непобедим. Интересно, конечно, связки поворотов в Великобритании. Она вот именно сложна не самой, ну как сказать, этой конфигурации, да, вот. Как это была Италия, что там сами повороты были, вот просто сыпались на тебя, как из рога изобилия. А здесь она обстановкой какой-то вот. Иногда есть моменты, где абсолютно теряешься, куда нужно ехать. Какие-то развязки тоже, куча непонятных поворотов, неясно, куда ехать. И вот этим сложно. У меня тут
когда я первый раз ехал, не знал трассу совсем. Мне тут такие были просто блуждания, я по всей Англии, наверное, проехал. За все это время. О, да, есть! Секунду отыграли, вот это да. Такого еще у меня не было, чтобы... Вот лучшее время у меня до этого, он 2.40, еще на 4 секунды, отлично, отлично. Начало прям воодушевляющее. Вот. Бака, да, Бака третий. Позади Макрея. Никаких надежд относительно победы я себя не тешу. Хотя, всякое бывает, первую часть вспомните. Я тоже не думал, что там победю. Очень был рад этому. Кстати, раз заговорили о первой части, тут Великобритания немножко отличается от того, что было в первой части. Ну, пейзажи-то, в принципе, такие же по сельской местности, там фермы и прочее, леса. Но вот... Да, что-то я... в общем... Да ё-моё! Давай, Импреза, ё-моё, на чужой земле вообще не едешь. Чужой земле, в смысле, английской. Блин, вообще закосячил, конечно. Конкретно просто. Блин, на этих покрышках очень сложно ехать по асфальту. Грязища такая прям четкая. Блин, 7 секунд, обалдеть. У нас там было преимущество секунда. В общем, погода отличается достаточно сильно. Если в первой части был снег частично даже, то здесь почему-то... Тут, кстати, дождь будет почти везде идти. Да, второй спецучасток, конечно, закосячил. Даже своему времени проиграл. Ой, аж на четвертое место. В принципе, в 5 секундах. Ну тут вообще, гляньте, как плотно все. Блин, Бака на втором месте идет. Ой, жесть. Я не знаю о времени проведения этих этапов. Ну, скорее всего, это связано с, именно с временем года. Там, наверное, это была зима или ну, осень-зима. А здесь, может, летом. Поэтому погода отличается. Так, ну, машину почти все покоцали, но так, по чуть-чуть. Я вот даже сейчас не знаю, что чинить. Особо... Ну, самое сложное. Самое ответственное, скажем так. И с покрытием тут будет сложно, и с погодными условиями. В общем, да, Англия, это, конечно, сложный этап. Он... По сложности он второй после Италии, это однозначно. Вот видите, тоже дождь, но там и где-то он закончится к концу четвертого этапа. И, по-моему, на следующих двух спецучастках, ну вот после этих, которые будут, там и покрытие поменяется. В общем, тут надо за настройкой машины еще будет следить. Менять покрышки. Я первый раз ехал, что-то не учел этого, и у меня под конец просто такие проблемы начались. Из-за того, что резина не та стояла. Ну вот, ё-моё, вот такое впечатление, что тормоза просто исчезли вот на мгновение. Какие-то. Хотя скорость была небольшая, и на тормоз нажимал. Блин. В самом начале закосячился. В принципе, не так много, я думаю, уже секунд 7 будет. Да, и кстати, там в комментариях к предыдущим видео
я видел один из подписчиков, ну, называть не буду, я думаю, тот, о ком я говорю, он поймет. Вот, ну, а остальное, в принципе, без разницы. Ну, высказывал недовольство, что, ну, или такую, скажем, печаль, что ли, о том, что вот, мол, ты скудер проходишь не с первой попытки, это немножко разочаровывает, теряется какой-то, ну, адреналин, что ли, или как это назвать. Вот, но надо, вот, вот такие моменты меня вообще выбивают, когда тут какой-то замок стоит, да, вокруг него, раз, надо проехать, там фонтан или что, это вообще, конечно, Великобритания вот этим и сложна, вот эти вот улочки, проселочки, очень сложно, конечно. В общем, ничего в этом страшного я не вижу, что это не мой, не мое, как скажем так, первый проезд, да, потому что банально первый проезд, я говорю, он у меня обычно всегда мимо, то есть здесь вы знаете, в Колин Макрей не пройти дальше, если не попасть в первую шестерку. Ну так вы что предлагаете мне записывать свой первый проезд, приезжать там, не знаю, восьмым, девятым, и, ну, на этом, по сути, надо тогда заканчивать прохождение, потому что все, как бы, первая попытка не удалась, и дальше невозможно участвовать. Все, до свидоса. Естественно, нет, естественно, я... По большей части записывается первая удачная, скажем так, попытка. Она все равно первая, вот, на которой я, скажем так, доезжаю до финиша в топ-6. Как раз идет настройка машины. Это ж не просто аркадка. Здесь надо машину настраивать, и в реальности тоже пилоты тестируются. Огромное время проводят на тестах, я не знаю, настраивают машины, причем не сами, а у них там большая-большая команда, а у меня нет этой большой команды, я тут сам и пилот, и механик, и менеджер, и все, что хочешь. Поэтому я не думаю, что вам надо расстраиваться по этому поводу. Читерить я не читерю, ну то есть там... Сам видите, я не загружаюсь. Там, как вот попытка пошла, я вот сейчас еще даже не знаю, как она пойдет, допустим, на каком месте мы с вами финишируем. Если эта попытка не удастся, и я опять финиширую седьмым, придется перезаписывать. Ой-ой-ой-ой, куда, куда? Вот о чем я и говорил, вот вы гляньте. Блин, вот чем мы хороши ралли. Параллельная дорога, видали, просто асфальтированная. И просто по ней проехали. Воспользовались моментом. У меня, кстати, видосы в ВРЦ видел. Реально там иногда пилоты так и делают. Вылетел с основной трассы. Ну, и, допустим, там канава, ров, да, и нет возможности вернуться назад на трассу. Пилоты едут просто параллельно основной трассе раллийной, ну, где-то там по травке, если позволяют условия. Короче, блин, прикольно, вот этим тоже реалистично, конечно, что не ограничивают трассу вот только полотном, собственно, самой дороги. Очень круто. Блин, это, кстати, мы едем в обратку спецучасток, который был первым. И в обратку он почему-то для меня гораздо сложнее. Я даже на второй попытке очень сильно закосячился. Но тут, по сути, трассы все равно одной ошибки. Одна серьезная ошибка, улетел куда-то вот туда, и все. И как бы закосячился. Можешь всю трассу проехать почти идеально, разок вылететь, вот, например, сейчас бы он туда в реку бы вылетел, и все, хана. После Италии еще было сложно привыкать, там асфальт, сцепление гораздо лучше, то есть машина ввинчивалась в повороты, и по сравнению с этим, естественно, лучше. Фу, так, достаточно сложный этап позади, ну и, в общем, грязевым вот этим этапом
привыкать было сложно. Опять же, точки торможения, угол, ну как, до ворота машины, да, угол заноса, вот это вот все. Еще и дождь этот идет. Не, Великобритания, конечно, очень сложная. Но все равно Италия это ночной кошмар. Ну слушайте, фух. Пока идем на втором месте, отлично. Как я и говорил, Макрей лидирует. Так. Опять, хорошо, что повреждения не сильно. То машину жалко, конечно. Даже корпус, в принципе, разбит не так сильно. Так. О, смотрите, тут дождь усилится, он. До этого морось как бы такая. А, здесь же машину. Здесь резину надо поменять. Да, о чем я и говорил, там гравий у нас. А, то была грязь. Во-первых, четырех, а тут сменилось покрытие на гравий. У нас сейчас будет. Похоже, кстати, этапы на то, что было сейчас в первой части. Пойдут в лесу. Я помню. Такие закрытые повороты из этих елей. Опасные. Вторая половина ралли, оно меняется здесь как-то. Пейзажи такие уже не сельские, а такие лесные. Вон, видите, камни из-под колес летят. Гравий. Блин, тут тоже есть, я не знаю, то ли это ошибки, ну, самих разработчиков, то ли что. Тут вот именно в Великобритании заметил тоже, что иногда есть несоответствие поворотов тому, что говорит тебе штурман. Будет несколько мест, где он, допустим, говорит, вот, поворот там 5, да? В принципе, пятый поворот, пятерочка, он проходится. Ну, может не газ в пол, но просто там гашетку отпустил, сброс газа, и он проходится без проблем. Но тут есть одно место, правда, не помню прям точно-точно, где оно. По-моему, на следующем спецучастке будет. Там он говорит пятый поворот, и он, да, он вроде начинается как пятый. Ай-яй-яй-яй. А потом докручивается, и он вообще что-то не в тройку превращается. И я там так вылетел. Вообще жестко. Вот, то есть. Это не как в Дирте, да, вот что вообще не соответствует. То есть таблички показаны тому, что он говорит. Он. Как бы и табличка там показывается, как от пятого поворота. От пятерки. И он сам говорит 5, но сам поворот на трассе он. Потому что не соответствует пятерке. Вот, и... Ну, надо сказать, что это, конечно, очень редко встречается. И в основном очень все четко здесь. Нет, классно. Дирт, конечно, этим раздражает. Ну, как я понял, в Дирте там тоже эта проблема чисто русская и озвучки нашей. Что-то они намудрили там с синхронизацией, видимо, очень сильно. Прям спецучасток. Просто жутко бесит этот упырь, который там надиктовывает. Ай-яй-яй-яй-яй. А ведь все так неплохо шло. Я даже подумал, что удастся, если не будет. Оу, и...
полсекунды всего. Блин, это хорошо. Здесь, кстати, будет ночной спецучасток, и я его прям боюсь. Благо он короткий, но все равно. Надо до этого ночного участка. Фу-ты-фу, как бы сейчас идем. Хорошо. Хорошо идем и делаем отрыв. Даже от третьего места, смотрите, уже 6 секундочек у нас отрыв. Какой-то японец на третьем месте идет. Бака куда-то упал. Что-то я не заметил, где Бака был. Плохо, кстати, что в Дирте нельзя поменять язык штурмана прям в игре в меню. Для этого надо там что-то в настройках консоли там менять. Ну, в общем, по-моему, я это уже говорил, но меня просто это сильно расстраивает. После первых частей Колин Макрэй вообще непривычно русского штурмана слушать. К нему приходилось привыкать. Английский как-то... Английская стенограмма гораздо более... ну, чуть ли не родная, что ли. Ой, блин! Ладно. Ой, смотрите, багажник расхлябался и... Бампер. А, и спойлер дребезжит. Извини меня, импресска. Да, и кстати, насчет Dirt-то, в этом году Dirt 4 выходит. Ну, я уже тоже об этом говорил. Даже в группе там трейлер постил. Но все равно. Это, конечно, хорошо, и там вроде как игра расширится режимами, но сам режим VRC, конечно, там достаточно сильно потеряет, что ли. Во-первых, меньше самих стран станет, самих ралли, и часть лицензии Codemasters потеряла, судя по всему. Что печально, конечно. Ой, вот это поле тоже, блин, оно так тут ехать сложно. Просто тропиночка такая протоптана, блин, не знаю, гужевыми повозками, походу. Так, сейчас надо повнимательнее здесь проехать. Чуть сток сена не въехал. Давай, импреза! Накатили на финиш. Фу, ну второй результат, опять второй. Отлично. Макрею, ладно, проигрываем, он в чемпионат не играет уже с нами. Главное, как я говорил, это Бака. Пускай Макрей выиграет у себя на родине, порадует публику, земляков. Наше дело отрываться от преследователей. Так, Бак... Ух ты, Бака, смотрите, аж седьмой финишировал. Ха-ха. Отлично. Уже 10 секунд. О, Эриксон. Напарничек по команде на третье место переместился. Бака шестой. На одно очко идет. Обалдеть. Круто. Так, очередная у нас сервисная зона. Так, ну тут восьмой этап. Вот он как раз будет ночной, блин. И это плохо. Это очень плохо. Ого, как я покоцал тачку-то. А, ну я там, да, я же пару раз влетал в деревья, что-то я прямо не ожидал, что она так побьется. Даже глушак покоцался, вы гляньте, обычно он вообще не бьется никак. Видать, где-то черпанули, задели. Конкретно. Так. Ну, все, в принципе, так-то. Лечились. А, так, а, ну да, здесь еще же супер специальная это будет трасса. Тоже, блин, достаточно сложная. Наверное, самая сложная из супер специальных трасс. Блин, прям больно смотреть на импрезу сзади.
Ой. Чё-то прям разбилось. Да и так уже, по-моему, все разбито. Все, что можно. Ух ты. А, кстати, вот этот этап, это, по-моему, тоже в обратку. Какой там это седьмой, пятый, значит, в обратку, по-моему. Ливень такой седьмой. Так, блин, я когда лидирую, это дополнительная ответственность, я прям начинаю волноваться. Надо не смотреть на эти. Ай-яй-яй, вот ёлки, ненавижу вот эти моменты, когда в Великобритании едешь по этим участкам. Ельным. Хорошо, не лидируем. Груз ответственности упал. Да, еще это. Project Cars 2 должна выйти. Что-то там. Не помню когда, по-моему, даже в этом году, в конце года, где-то она должна выйти. Не помню точно, но тоже разрабы там с погодой что-то намутили. Это я вот сейчас... Ай-яй-яй, ай! О-о-о, вы гляньте, что происходит. Блин, бедная импресска. По-моему, у нас с вами еще ни разу такого не было, чтобы бампер вот так вот отрывался. Ну, в действии модель повреждений, в принципе, нормально. А вот, полюбуйтесь. Короче, с погодой что-то они намутили, и говорят, что на любой из трасс, доступных в игре, мол, будет все четыре там сезона, возможно. Ну, то есть, ну, осень, весна и лето, это еще ладно, как-то понять можно. Ну, вот снег, например, на каких-нибудь там южных трассах. Как-то. А, под конец все-таки достаточно сильно уступил. Ну, это перебор, по-моему. Хотя, может, они не все говорят, так не стали подробно рассказывать. Ну, я не думаю, что в каком-нибудь Абу-Даби или Арабских Эмиратах уместен будет снег. Там дождь-то неуместен, в общем-то. Ой, ну смотрите, мы, да, на втором месте, но, блин, Акита опять вышел на третье, и сколько он там, 7 секунд уступает. Блин, это мало, конечно. Сейчас, потому что будет очень жесткий этап ночной, о, прям надо здесь валить. Блин, а валить тоже опасно, потому что улетишь куда-нибудь вообще. Я вот разрываюсь, как ехать аккуратно или на все деньги. И будет, что будет. Так, ладно, сейчас надо аккуратненько в поле опять проехать. Тут, я так понял, это тоже частично в обратку. Шестой этап. Но там поворот будет не туда. Прям фильм ужасов. О-о-о, вот здесь, по-моему. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин. А, вот здесь, по-моему, да, мы туда свернули. Блин, дождь кончился, резина не работает на сухой трассе это. Так, ну, момент истины. 5 секунд, в принципе, не так много. Ну, это Макрею. Ого, я свое собственное время на 9 секунд улучшил. Так, где этот япошка? Ой, он как высоко. 1.18.
18-1-22. 4 секунды. Пойдет, пойдет. Держимся на втором месте, ребята, это круто. Остался суперспециальный участок. Ну, я не думаю, что там... Так, сколько, 3 секунды. Ну, блин, я тоже на нем плохо еду. Вот как обычно у нас все на волоске. С другой стороны, Бакка. Бакка шестой. А, и в принципе... Не, мне хочется просто на подиуме закончить последнюю гонку. Это, ну, я думаю, будет достойно. Последний этап завершить не на каком-нибудь там еле-еле пятом-шестом месте, а на подиуме. Кстати, солнечная погода нам предстоит. Блин, опять что-то так сильно машина разбилась. Хотя да, один разочек-то я впоролся там прям хорошо, так что бампер отвалился. Так, что, все время потратил прям до нулей. Еще бы отремонтировать бы корпус, было бы круто. Чтобы зрители увидели красивую импрезу на последнем этапе Великобритании. Так, ну что, собрались. Поехали. Чтобы знать, против кого я. Скорее всего, против Акиты. Тут есть пару мест, я их прям боюсь. Вниз такие повороты закрученные, и там бетонные такие отбойники. Я помню, я в них улетал прямо жестко. О, вот здесь он туда я улетал, налево. Не вписывался, короче, вот сюда, в бетонные эти стены, и поверху там по травке путешествовал вообще. Так меня это бесило. Оу, е! Пока идем первыми. Тут они, блин, разной сложности. Он, походу, по-легкому сначала ехал. Или по более короткому. Так, и здесь, на этой петле тоже будет такой поворот. Сейчас где-то здесь, блин. Блин, перетормаживаю из-за этого. Слишком медленно. Во-во-во, вот тоже туда направо улетал, блин. Стрёмные повороты. Если кто будет проходить, бдительность тут держите на максимуме. Так, ну вон он. Проиграли чуть. Сколько? 3 секунды. Блин, а он как раз на 3 где-то от нас и отставал. А вот кто это? Знать бы, кто наш соперник на Форде. Так, а на чем Акита-то был? А, на Форде же этот. Это Макрей, наверное. Да, Акита, вон он, на Лансере. Нормально, нормально. И он всего нам... У нас секунду выиграл. Отлично. Все, второе место, ребята. У-ху! Да, это круто. Последний этап заканчивать на подиуме. Все. Бакка шестой. Одно очко. У нас 8-7 еще отыграно плюс. В итоге аж там было 8-7. 15 очков, да? В итоге он от нас отстал. Ну и с 15-очковым разрывом титул все-таки завоевывает Скудер. Да, 8 очков. Макрей победил. В общем, все счастливы, все довольны. Макрей выиграл свою домашнюю гонку. Я финишировал вторым, обеспечил себе титул. Все довольны, все счастливы. You have won the silver trophy. Да, 60... Что на 56? А, ну да, Макрей на второе место аж он переместился. Ну вообще тогда все в шоколаде, гляньте-ка. Бакка третий, да, в 15 очках, но он пропустил Макрея вперед. Нормалек вообще, нормально. В общем, мы стали чемпионами. Макрей вышел на второе место. В общем, Макрея тоже можно поздравить с вице-чемпионским званием. Вот, так что нормально. Ну, что же, в принципе, вот такой была Колин Макрей ралли 2.0. Я
Надеюсь, что она вам так же нравилась, как и мне в то время, в детстве. Ну, у кого-то, может, не совсем в детстве, но, тем не менее, давным-давно это было. Так, тут золотой кубок выиграли. Вот интересно, будет ли что-то еще. Я, честно, забыл. В первой части подиум показали, да? Помните? И потом водила выкрутасы там всякие дела. Сейчас... А, не, я думал, этот фейерверк будет. По-моему... А, да-да-да-да-да. Точно. Вот. Intermediate Championship Complete. Ну вот, теперь это уже... Все, в честь нашу фейерверки. Отлично. Праздник 9 мая. Все круто. Ну, я тоже поздравляю всех нас с окончанием чемпионата, с двукратным чемпионством по ралли, по чемпионату мира в ралли. В общем, игруха мне очень нравится, и тогда нравилась. Сейчас я был счастлив ее перепройти для вас, самому вспомнить. В общем, игра... Я считаю, что почти во всех аспектах стало круче, начиная от чертовски стильного меню и музычки до гораздо похорошевшей графики. Физика, в принципе, осталась... Она и была на высоте, и здесь они ее еще чуть-чуть подкрутили. В общем, отлично все. Считаю, что игра абсолютно классная. Я ей, наверное, 9 бы поставил из 10. Единственный небольшой минус ее — это отсутствие... Ну, разнообразие такого машин, как это было в первой части. Вот, здесь на тех же самых машинах едешь, что в Intermediate, что в начальном чемпионате. Ну, ладно, простим это разработчикам, тем более, что сейчас они вроде как вернулись в хардкорную стезю. Вот, Dirt Rally этому подтверждение. Играйте в старые игры, играйте и в новые игры, в хорошие. В общем, я с вами на этом прощаюсь. С вами был, как всегда, Скудер, канал «Ни слова об играх». Подписывайтесь, кто не подписался, комментируйте и обязательно делитесь этим видео, этим и другими. Этим вы поможете развитию канала. Ну все, увидимся с вами в следующих прохождениях. Всем пока-пока и удачи!